Программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Перехотелось отдыхать. Туристы отказываются от путевок в Китае. Туроператоры начали отменять брони. Метель, штормовой ветер и заносы. Синоптики предупреждают о новой волне непогоды. Новая игра с новым директором в Алтай-Баскете. Объяснили причину внезапной рокировки. Сильные метели и штормовой ветер. Сегодня в Алтайском крае вновь будет бушевать непогода. Об этом нашему телеканалу сообщили в региональном гидрометцентре. Сегодня днем и ночью на регион обрушатся снегопады, будет заметать. На дорогах прогнозируют сильный гололед, снежные заносы. Порывы ветра, особенно в западных и южных районах края, достигнут 27 метров в секунду. Снегопады пройдут в среду 29 января. Осадки, но они в основном будут небольшой, тоже умеренной интенсивности, как бы мощных, сильных, прям очень сильных осадков мы не ждем. Но все равно, в связи с тем, что они будут в виде снега, естественно, снежный покров у нас увеличится. Заметать будет до четверга. Уже 30 января в регион придет антициклон. Наступит морозная ясная погода. Из-за смертельного коронавируса россияне начали отказываться от туров в Китай, в частности, от популярного курорта Хайнань, сообщают федеральные СМИ. Напомним, опасный вирус распространяется в Поднебесной с декабря прошлого года. По последним данным, число заболевших достигло уже больше 2000. Умерли свыше 50 человек. Россиян такая статистика отпугнула. Известно, что они начали аннулировать брони в Китай. Первые отказы от туров зафиксировали туроператоры «Интурист» и «Анекс-Тур». В Алтайской ассоциации туризма эту информацию подтвердили. По операторам, да, тур аннулирует вообще заявки без штрафа, ну, то есть просто возвращает деньги. Ну, сколько дальше уже человек аннулировали свои билеты? У нас нисколько. А вообще есть такая тенденция? Нет, ну, нет, не, ну, нет информации пока. Переходим к другой теме. Змеиногорский район остается отрезанным от мира. На трассах муниципалитета все еще большие заносы. Поэтому в выходные районным медикам пришлось пересесть на снегоходы, чтобы госпитализировать мужчину с подозрением на сердечный приступ. Село Локотки медики пробились лишь на снегоходах, так им пришлось преодолеть в общей сложности 60 километров. К счастью, помощь успела вовремя. Мужчину отвезли в центральную больницу, где подтвердился инфаркт. В его госпитализации участвовало 10 человек и 4 единицы техники. К слову, спасать в последние дни сотрудникам МЧС приходилось не только больных, но и недальновидных. Трое рыбаков из Алейска, несмотря на прогнозы, поехали на речку. Там их застала пурга. Уехать сами не смогли из-за нулевой видимости. Спасатели прочесывали лесополосы, пока не нашли самонадеянных рыбаков. В МЧС еще раз предупреждают, в ближайшие дни откажитесь от дальних поездок. Робот-разведчик, умный беспилотник и лечащая перчатка. В политехе представили разработки детей, которые уже смело могут называть себя учеными. Накануне в технический вуз приехали около сотни молодых людей из разных регионов России. Все они обучаются в кванториумах. И им есть уже что показать. Это робот-разведчик, будущий коллега спасателей МЧС. Пока всего лишь макет. Его создатели – ученики 10 классов. Цель робота – поиск и спасение людей. Там, где не может пройти человек и техника. Это шахты, метрополитен, задымленная местность. На борту машины – квадрокоптер. Он и станет глазами спасателей, которым не придется лишний раз заходить в горящее здание. Оператор, то есть спасатель, будет управлять роботом дистанционно, и сам сигнал будет с помощью ретрансляторов передаваться до робота и квадрокоптера. Беспилотник Данила тоже должен облегчить жизнь спасателям. Он предназначен для доставки грузов в труднодоступные места. То есть, допустим, случилось какое-то наводнение, то есть срочно какие-то лекарства надо доставить. Взлетаем и летим до пункта назначения. По словам девятиклассника, таким образом в стране еще никто не доставляет грузы. Правда, пару лет назад чиновники все же пытались запустить первый беспилотник Почты России. А это уже разработка ученых из Рубцовска. Перчатка для терапии пациентов, перенесших болезни суставов или травмы. Она помогает разработать руку. Такие тренажеры уже есть, они созданы, чтобы облегчить этот процесс, но их проблема заключается в том, что они очень мало доступны и стоят, ну, их цена доходит до нескольких тысяч долларов только за аренду. Наша перчатка же стоит в районе 2-3 тысяч рублей всего лишь.
Многим из этих ученых еще понадобятся спонсорские вливания, работа над ошибками. На все может уйти несколько лет. Но разве это страшно, когда тебе всего лишь 15-16 лет? Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком. Клуб «Алтайбаскет» в разгар сезона затеял глобальную перестановку. Вместо бизнесмена Павла Тулина в кресло директора сел уже теперь бывший спортивный обозреватель Дмитрий Гладких. Что стало причиной внезапной рокировки и что ждет алтайский баскетбол, выяснял Илья Кочетков. На этих кадрах очередная встреча наших баскетболистов с гостями. Наши сразу пошли в атаку. С первых минут «Алтайбаскет», что называется, вел игру. Противник «Зенит-2» из Санкт-Петербурга явно пасовал перед напором барнаульцев. В середине второй десятиминутки наши превзошли сами себя. В течение трех минут набрали 12 безответных очков – 43-28. По мнению нового директора клуба Дмитрия Гладких, одна из причин такой активности – то, что игроки после двух месяцев задержки заработной платы вновь стали получать положенное по контрактам. Почему «Алтайбаскет» при предыдущем управляющем оказался в финансовом минусе, еще предстоит выяснить. Но главное, говорит Дмитрий, развивать алтайский баскетбол. Совместно работать федерация, клуб и школа, ну и чтобы наши, наверное, воспитанники, которые у нас в последнее время, к сожалению, уезжали из Алтайского края, возвращались к нам, ну и школа давала подпитку. Назначение Гладких многих удивило. Журналист, не управленец, не бизнесмен. Справится ли? Не станет ли пешкой в руках Минспорта? Руководитель ведомства Алексей Перфильев заверил, от Гладких требуется не столько опыт, сколько умение вдохновить и объединить всех, кому важен баскетбол. По сути, сейчас на Алтае вводят новую систему управления спортклубами. У нас уже в активе есть те изменения в хоккее, которые начали. Предварительно есть у нас результаты. Мы понимаем, что тогда, когда коллегиально, публично и открыто, прозрачно, это работает. Вот мы хотим, как минимум, здесь сделать такую же систему. В итоге первый домашний матч барнаульцы завершили в свою пользу 85-74. А вот уже следующий поединок, который состоялся на следующий день с тем же «Зенитом-2», проиграли 63-70. Питерцы показали нашим, что расслабляться рано. Теперь «Алтайбаскет» отправится в Иркутск, где 31 января и 1 февраля померится силами с местным «Иркутом». Именно это сибирское дерби определит, какая из команд напрямую попадет в плей-офф, а какая через сито дополнительного розыгрыша. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Краснокнижного сокола пытались спасти на Алтае. Редкую птицу у себя во дворе обнаружил житель Бийска. Он вызвал инспектора, который, в свою очередь, отправил птицу на обследование в Барнаул. Удалось выяснить, что сокол-балабан не может летать из-за разорванных связок плеча. Не, вы прикиньте, какой у нас гость. Однако раненый. Кроме того, ветеринары узнали, что это взрослая самка, и у нее серьезные проблемы с печенью. Орган сильно увеличен из-за отравления. Голубеводы травят хищных птиц, пропитывая ядом выбракованных голубей. Соколы теряют ориентацию и наносят себе серьезные травмы. Как сообщил нам сегодня Артем Кучер, руководитель общественной организации помощи диким животным, птица шла на поправку, но, к сожалению, спасти ее все же не удалось. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Valar». Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске новостей. До встречи.